На Білсаті людские справы, с вами Лиза Левский. Витаю, господарство. Днями керовник краины заслухал справоздачу Урада и Нацбанка об темпах социально-экономичного развития. Мы гэтага не глядели. Мы поехали на Витебщину, у першую лепшую агрогаспадарку. Не поспели с оператором выйти из машины, як нас окружил натоуп мясцовых жыхароў. Яны нам и распавели, як жить, калі апошні заробак был у верасні минулого года. На работу ходим, даже не знаю, зачем мы сюда ходим. Ни начальству, никого, мы ничего не надо, ни технику не ремонтируем, мы ничего не делаем. Запчастей нет, все кризис, говорят, все упирается в деньги, а их нет. Полгода без зарплаты, мы живых денег уже не видели полгода, да, от сентября месяца. Что на магазин 500 дадут, 300 дадут, а, например, там человек заболел, там рецепт дадут в больнице, лекарства не за что купить в аптеке. Я говорю, а почему деньги -то? На аптеку перечисляйте? Будем таблетки куплять тогда. Так они вообще ноль. Все улыбаются, коммунальные то же самое. Коммунальные услуги. Ну, денег нету, коммунальные каждый месяц приходят. За что их заплатить? За сад и оценку внешнему заплатить. Ну. Так а вот реально, за что платить? Так, не знаю. Так уже переодалживаем кого что. Мама, кадась, кого есть, родители. Я в городок еду, к родителям деньги просил. Да, потому что нечем было жить. Стыдно говорить, но хлеба не было за что купить. В магазин дают гроши, там нема чего брать, все дорого, в трижды, в четырежды раз. Задолженность где-то в организации больше 2 миллиардов. Стали мне звонить даже животноводы и плакали. Он говорит, мы все понимаем. Но как быть, говорит, если свои деньги ты не можешь получить? Выборочно писали, чтобы получить как-то заработную плату, писали заявление на Бычков. Ну, хоть как-то заработную плату получить. Директор наш их подписывал выборочно. Не всем подряд. Хочу я тебе подпишу, хочу нет. У меня еще хозяин есть. Но в один прекрасный момент он мне сказал, иди к своему директору, и пусть он тебя содержит. Со слезами на глазах вот я тогда стала ходить к директору. Я говорю, дайте мне денег, иначе меня из дома выселят. Вот так. Откуда вы? Из Минска. Из Минска. Но они меня спрашивают, я отвечаю на вопросы. То, что мне задают, я и отвечаю. Вопросы ко мне. Какое вы имеете право отвечать на вопросы? Это керовничество вам телефоновало? Да. На одной из ферм Сенинского райагросервису у вёсцы Сукремна у студені была забастовка. Люди отмовлялись працевать, покуль им не отдадут заробок. Однако грошей забастовщики так и не дошакалися. Зараз же яны не хочуть размовлять на камеру. Люди боятся стратить не только працовные места, але и жилье, якое належит райагросервису. Во власності райагросервісу не тільки військові доми, але й інтернат у Сянно, де так само живуть супрацовники господарки і їх сім'ї. У інтернаті нема навіть простих вигодів, таких як гаряча вода чи хоча б агульний душ. Муж працює в агросервісі, я в дитячому саду воспитателем працюю. Ми ще за жилья здесь, в принципі, він і працює там. Ну, зарплату, як там, в принципі, ж не платять. Имея троих детей, как бы, так и живем.
отсюда будем начинать. Видишь, где? Да. Нет. Анастасія уладковувалася у агросервіс часово на сезонную працу. У снежні яна звольнилася з господарки, але разлік і гроші отримала тільки через 2 місяці. І то я дякуючи вмешательству віцебських журналістів. Председатель исполкома сказал, то, что мне здесь нигде в Сининском районе невозможно, типа, не берите такая-то шоференка на работу. Ну и все. И да, и они как-то пытаются, то есть, вот соцзащиту на меня ходили, проверяли. Есть в конце года проверять, есть ли у ребенка стол письменный. Это все, ну они нам уже сказали, не ходить, типа, за вами контролируют. Вот так. Жесткий контроль за нами. Тут ли будинку адміністрації Сенінського райагросервісу тягом амаль года по понеділках і четвергах збиралася велика черга за молочними продуктами. Їх видавали у кошт заробку. Тепер немає гэтага. Нема тут і керівництва господарки. Директор уже 2 тижні лежить у шпиталі. Добрый день. Можно? Люди скаржатся, что заробки не башить вельми долго. Может, расскажите? Ко мне. Ну, вы же зараз наместник. Нет. Я главный инженер. Ну, але вы зараз выконываете обовязки директора. Ну, так что, что исполняет? А всеми финансами у нас распоряжался товарищ Свистунов. Ну, сколько можно, сколько я ж денег отдаю, которого было 100 миллионов, до ярко мы разделили по 350 тысяч, и все. Больше нету. 100 миллионов масла за витебское молоко дало, налоговое, фонд социальной защиты 44 миллиона забрали себе. Я на 1 200 000 в месяц даю, молока сдаю, а мне 100 миллионов дал. Ну, я платил. Кто в этом виноват? Я согласен, хотя бы 50% с моего 1 200 000, пускай бы 600 миллионов брал все нагашения долга моего, который есть. И 600 миллионов дал я людям платить, а он мне дал 100 миллионов. Ну, вы понимаете, что такое? На 418. Цены на молоко никто не поднимает, как прежнее, а на топливо растет. Как выжить практически, не знаю, как выжить. Практически сложно. Сейчас вот посевная на нас увидит. Ну, люди, что, люди просто увольняются, уходят вообще. Раз зарплату не платят, кто будет работать. Ну, я и сам за октябрь не получал. Ситуация. Вот, допустим, сейчас ранняя весна, немножко государство топливо даст. Вот. Ну что, надо отчитаться перед начальством, что мы такие быстрые, мы так все хорошо делаем. В грязь технику впихнут, поломают, и все. А дальше, ну и топливо, соответственно, пережоги идут большое. Ну, то бишь, это в 2 раза можно было больше сделать. Все, мы потом, хорошая погода, мы стоим, у нас нет топлива. Все. Вот и все проблемы. Так, мы у людских справах и уже в нашей Минской студии заочно вы уже побачили наших гостей. Теперь же я уже представлю конкретно Юрий Беляков, представник профсоюза РЭП, радиоэлектронной промысловости, юрист. Ну и Александр Синкевич, экономист, бизнес-консультант. Вечер добрый, господарству. То, что мы побачили у репортажа, вот я думаю, можно начать от этого. С другого боку, допускаю, глядачи ведают выдатно, в какой ситуации находится их господарка у приватности. И думаю, Витебщина тут не выключение, а аккурат эта ситуация тотальная. Может, одразу тогда начнем от конкретной больше информации. Юрий, от вас, коли казать про промысловость. Вот мы побачили, что в агросекторе. У вашей сферы какая ситуация? Что кажут рабочие? С какими проблемами вот, звертаются, коли казать про эту кризисную ситуацию?
Ну, коли тлумачить про промысловость, то вот у нас профсоюз ради электронной промысловности. Ну, ее в этой стране навод нема. То есть были заводы, заводы были военные, их разбурили, их, то есть заказы это военные ушли неким чином, их пытались перевести на продукцию невоенную, однако ничего не отрымалось. Там сейчас працуя по 1000 человек, они не так отрымливают зарплату, заробки от помешканий, какие сдаются в аренду предпринимальникам. Там есть у нас... Коли казать про работников. Про работников? Ну, работники отчувают себя более-менее. То есть на этих предприемствах они зарплату некую отрымливают. И отрымливают довольно стабильно, каждый месяц. Только что РЭПа там нема, так как директорат постарался позбавиться от усіх. Это у всех членов. Бо в городах еще неяк неким чином экономика тримается. Там бывает вводить там трехдневку, четырехдневку, скорочают смены, там бывает такое, там бывает на две трети переводят людей ставки, там и на тракторном заводе, там и на МАЗе. Однако потом, когда полепшивается ситуация, все звертается обратно. И предприемство, оно от конъюнктуры рынку зависит, и от сезона. Ну, вот. Звернемся до рынку. Спадур Александр, бизнес-консультант. Я так розумію, ви консультуєте бізнес. Передусім приватний бізнес. І це антикризисне, так? Гэта рэчы, якія ў усім свеце ўжываюцца ўжо дзесяцігоддзямі, а ў Беларусі яны дагэтуль маюць такі кропкавы ўжытак і менавіта ў прыватным сектары, дзе ёсць гаспадар, і якія зацікаўлены ў эфектыўнасці бізнеса, і каб спецыялісты былі кваліфікаваны, не разбегліся, і каб прыбытак быў, таму, па сутнасці, дзяржаўных прадпрыемстваў у маім партфоліо няма. Дзяржаўным прадпрыемствам гэта практычна не цікава, на жаль. Не цікава? Вот это пытанне. Гэта вот, на жаль, такім чынам і ёсць справы. Не цікава. Ім цікава другое. Не цікаво, тому що нема корупційних схем. Приватний бізнес цим не живе, а державне живуть ось про корупцію і так далі. І відповідно інша система мотивації. Приватний бізнес мотивований на прибиток, як у всім світі, а державний бізнес мотивований на то, як принамсі не посадили, на то, як може перевестися на некі інші. Посадили не на шмат, як посадили і перевели на іншу. Так. І справді корупційні схеми – це практично непозбежний сподорожник кожного державного підприємства. Зрозуміло. Ну, ось ми тепер фактично пройшли, такі зробили огляд. У нас агросектор був у репортажі представлено. Вельми красомовно. Так, так. У нас ось промисловий сектор, ну і бізнес-сектор. Мы можем теперь вот попробовать подсумовать, на каком этапе падения мы находимся. Наша краина, наш социально-экономический стан, наша краина, наша экономики. Те это можно как вымерять годами, что, например, мы на початку 90-х. Вот как у початку 90-х. Те есть некие иные критерии господарства. Ну, я поделил на несколько сегментов громадства, на яким я находится в стане. Коли поглядеть на людей, на працовников, то хутчэй за ўсё яно нагадвае 90-е гады, калі зачыняліся прадпрыемствы, калі ўводзіліся трохдзёнкі, і людзі не ведалі, куды падзецца. У той жа час для бізнеса зараз лепшая сітуацыя, чым у 90-е гады, бо напрацаваная законадаўчая база. Ёсць там мытныя межы нейкія ўведзены. Напрацавана, можа, перапрацавана нават ўжо. Можа, перапрацавана, але ёсць дастаткова прывабны інвестыцыйны клімат, і гэта ацэньваюць і замежныя інвестары, якія сюды заходзяць. Іншая справа, што тое, што добра бізнэсоўцу, як звычайна, гэта кепска простаму звычайнаму працаўніку. Гэта абсалютна звычайны закон, асабліва ў нашых краях. Ну добра, гэта з бізнэсам і гэта з рабочымі, зразумела. Так. Калі казаць з перспектывы ўрада, ўрад это все кантраліруе на гэты працэс вось падзення. Кабякоў недавно заявіў Александру Лукашэнку, што так. Ці, скажам так, ці Кабякоў усведамляе вось як жывуць людзі на Віцебшчыне у гэтых гаспадарках. Шчыра кажучы, я вельмі сумняваюся, што адбываецца, вядома ж, нейкі моніторинг, але нейкіх інструментаў кіравання сітуацыі ў дзяржавы проста зараз не існуе, бо кіраваць можна нейкім запасам грошай, і калі дзесьці там прарвалася, туды
кинуть гроши там на заробок, на пенсии, где что провалилось. А зараз нема таких резервов у принципе. Тому у державе застается только назирать за тем, что отбывается. І дякувати Богу, що десь щось подрихтовано було. А профсоюзи, ось мені, як з робочими ситуаціями, як ви можете оцінити? І що, люди, і що люди, люди звільняються, з'їжджають і роблять вже за межами Білорусі. Це раніше було раніше. Зараз особливо нікуди не з'їдеш. І у Москві будовлі стоять, і народ вертається у вьоски, заїжджаєш у вьоску, народу повно. Такого не було раніше. Кажуть, що навіть на Донбасі вже перестали платити знайомникам. То навіть туди не поїдеш. Навіть туди не поїдеш. Зараз ми звернемося конкретно до історії конкретних людей і що робити у кризисі, так, у наші часи. А поки що я закину тему на дискусію після ось репортажа, після нашого перепинка. Дискусія така. Тепер кризис, це вже реформи. З гэтага будемо сыходзіць, а пакуль наступний припынак, гэта тая ж Віцебская вобласць, Докшыцкі район, вёска Вялікія Сіцы. Мы там спыніліся, таму што вельмі прасілі нас пра гэта мясцовыя жыхары, каб мы распавялі пра іх праблемы. Там заробкаў няма ад лістапада, то бок трошкі лепшая сітуацыя, чым у папярэдній, але людзі ўжо не вераць у існаванне, в прынцыпе, гэтых заробках, і адны без ніякай дапамогі, без удзелу аніякіх дзяржаўных ці грамадскіх інстытуцыяў спрабуюць выжываць. Як? Калі ласка, глядзім. Давай з тобою, пінкі, давай. Ма. Так и собираются дети у школы. Как порвались джинсы последние, их нема за что купить, потому что нема ни копейки. Рабочая грозится, муж механизатор, ой, водитель. Вот. Зарплаты нет с ноября месяца. Мы уже просим, подходим к руководителю и просим одну, хотя бы одну зарплату. Настолько вот у нас, ну неважно кому, племяннику, мужу, мне, ну хоть кому-нибудь из нас. Вот такие вот ведомости. Вот записаны примерно фамилия, сумма. Ну и тут так вот на какую сумму берут, расписываются. Потом суммируется, чтобы получилось это вот их на общая сумма. Ну, берут же продукты. В основном продукты. Денег нету, так хлеб. Люди набывают товар по доверенности от совхоза в счет зарплаты. Там сколько процентов перечисляют, столько и выбирают сумму в течение месяца. А какие это проценты и сколько это гроши изучают? Ну, деньги ж по-разному, зарплата разная. У кого бывают миллионы, больше миллионы, 900, 500, 400, 300. Ну, 37 уже процентов последний раз было от зарплаты, вот ноябрьские. Их это каждый месяц пролечивают? Ну, теперь последнее время второй месяц было. Теперь и предыдущий месяц. Дай маленькую вина мне. Так это про тебя первый продаж или что? А я не знаю, ты меня не спрашивай. Все, наташа. Ой, подожди, конфет. Шоколадный? Ну, что, не так, Мирона? Сейчас тебе сейчас. А что это крама? Крама это для алкоголиков добрая крама. Что понабирают этих во горелки им добро. А для такого человека, который семья, и надо кредиты платить, так что это крама? И наш пение растет на кредитах. А это вот уже извещение даже на то, что вот уже обрезают цвет. Задолженность с пенёй совсем. Видите, какая сумма. Это ж... Когда задолженность пошла по свету, по кредитах, мы уже поняли, что нам делать нечем. Мы записали заявление в суд. Подавали в суд на совхоз, как хотя бы что-то выбить. Второе заседание было 23 февраля. Вот, решили суд, мы выиграли. Нам зарплату якобы, вот смехотворную эту зарплату, 4 миллиона 300 там, тысяч мужу, и мне там еще копейки выиграли. Но на сегодняшний день мы не получили что ни копейки. Вот. Единственное, что... Хотя бы составили, что со светом. Это вот одно, один плюс.
Вот где эти деньги, что, допустим, молоко что сдали? Сколько коров я перевозил на глубоко, где эти деньги? Нема этих денег. Удобрение он валяется у городищах, ему не надо. Портится это удобрение. На поле не выкидывали, сколько они там выкинули удобрения. Все вон выкидывают. А когда зашлют вот за леса, за болото его, закопают удобрение и все. Дурдом творит, короче. Ничего тут рады нема. Гроши, когда появятся в совхозе, они не зарплату дают, а топливо покупают. Вот. Благодаря хозяйству можно это выжить, прокормить семью. А иначе никак. Ну, вот, коровки две. Ну, там свинки. Вот им отдели стоять. Вот так вот. Теленка оставили. Тоже, думаем, маленькая. Тайсоном назвали. Вот. Тайсон. Ну, так вот и будем. Что где як. Лишнее продать можно. Лишнее. Ну, а як его надо на семью, еще что... Тут, получается, ничего лишнего нема. Молоко, творог, сметану, все надо. Ну, все сделаешь, сыр сваришь некий. Вот это вот и помогает. Я ему скажу, что в вёсце прожить можно. Конечно, как мне, я же скажу, как мне это платежи, как мне это еще прокормить себе можно. Тут только прокомментовать можно, что у нас, она как декларована, социальное государство. Есть механизмы, про какие многие не ведают. Про той же самый заработок. Там же можно через бухгалтера своего так дать поручение, чтобы оплачивали коммунальные заработки, оплачивали кредиты заработку. И уже после этого будет отказывать наймальник твой, то есть совхоз, колгас. Это сейчас уже нету. Сейчас даже у нас все УАО. Вот это фактически своими силами человек может. Это моя юрист зарабить. Оформить. Так, он может скористаться допомогой чьей-либо, хоть бы собі нашей. У нас там у каждой области, в области есть юристы, такие откажут на это питание и расскажут, как это сделать. Также можно звертаться у исполкомы, там есть допомога материальная, если такое становище у людей, не отремливают зарплату. Так, коли 90% людей живут в таком становище, я думаю, не возен исполком, тем больше Докшинского района, за всей повагой, усім не допоможет. Это уже проблемы государства, это не проблемы людей. Ну как, это отбивается на проблемах людей, что люди тримают по 5 коров, они могут обхватить, пробачьте, коммунальные платежи. Раз закон такой есть, пускай плачу. Проблема в том, что держава это жабрацкая. Она саправды довела себе до жабрацкого становища, и навод коли по законах потребно, там можно что-то отримать, и еще что-то. Будет, как у тем сюжете, что выиграли суд, грошей все равно нема. Так, але, вот, Александр, вы кажете, что ось, бизнес себе добро почувает, тут напрацована полная база и так далее. Почему там этого бизнеса не видать? Данная рабочая сила. Я допускаю, люди готовы будут спрацовать за любые, абы это были гроши, заработок. Ну, насамрэч, у нас шмат людей у регионах. Треба усведомлять демографическую картину. Коли поравновывать Заходней Европы и США, то там ну, 5% населения находится в вёсках и кормит всю Украину. Я скажу, что там не 5%, там 2%. Навод 2% достаточно, как прокормить всю Украину. А у нас зашмат населения. И зарабить вот такую... размеркованную по территории экономику, это звышзадача. Ее еще никто не реализовал в свете. Есть только механизмы урбанизации. Тобок, вы хотите сказать, что мы теперь пожинаем плоды неких там глобальных там процессов, что у нас у вёсцы зашмат людей живе... Саправды так. Саправды мы недоурбанизованные. Тому, на жаль, будет протягиваться утеки населения с села у городы и у соседней это краины. Это сравнить можно с тем, что отрымливалось у 30-х годов той же самой Америки. То есть там точно такая же была криза. То есть люди... Ну, это классно. Але у нас кризис, и у вас... Вот, про... Чему я пытался, эти урад ведая, куда мы котимся, так, вот это падение отчувая. Бо, коли он отчувая это падение, значит, он ведая, что есть... Что нас чекает далей? Отповедно, есть некий план. Некая мета. На то самом деле, есть... ведомо ж не так отбывается, я не верю, что есть и план. То у нас есть уже реформы, ці гэта еще кризис? Это не новина у гэтые сюжеты. Гэтак протягивается на
протягу усяго існавання гэтай страны, там, пачынаючы з 91-го. Цяпер мы ўжо, па-моему, вот у вас на гэта пытанне, ці мы блізка да дна, ці яшчэ не блізка, але я акурат гэтым пытаннем намагаюся спадарству паказаць некую перспектыву, што нас чакае далей. Я так разумею, калі гэта рэформы, то нас чакае некі свет у канцы тунэля. Я пагаджуся. Калі гэта крызіс? Так, я пагаджуся і з меркаваннем урада, што ў нас усё-ткі ёсць пэўны свет у канцы тунэля. Рэформы праведзены загадзя былі, бо гэта паказчык doing business паказвае. Мы там рэзка ўзняліся. Трэба было от вас, от у вёску Вялікія Сіцы, расказаць пра паказчыкі doing business. Так вядома, што паказчык узняўся, і аўтаматычна бяднее насельніцтва. Бо для бізнесу зараз ситуація шикована. Можна не платити заробки, зменшати заробки. У доларах усе обринулося у 2-3 рази по заробках. А це що, собі кошт продукції знизився? Тут вже можна спрачатися. Можна сказати, що нельга платити заробки. У нас були такі случаи. Ну, у нас на стройках працюють люди не по договорам, по трудовим договорам, а по договорам по тряду. Или по чорному, или так там оформляють, не оформляють. І теж їх кидають, грубо кажучи. Тобто не платять заробки. Добре, поки що всім добре, апроч звичайних людей, там називали так само там мої колеги електората, там Лукашенки там, і так далі. Що цих людей чекає в ближайшій перспективі? Переформатування. То бок вони працювали на ранніших ніяких підприємствах, вони непозбіжно повинні оттуда сходити і сидуть. Треба шукати себе у інших ніяких накірунках. Ну як, коли там спрадвеку жили в этой вёске, куди ви з Докшицького району їхати? Людям, коли навіть не завсюди є гроші, тупо на переїзд. На жаль, треба переїжджати хоч куди. Бізнес до їх туди не доєде. Бізнес не доєде. Треба їхати у буйні городи і там шукати себе у інших накірунках праці. Ну, ті люди, які там вже усталювалися, не поїдуть, діти поїдуть. А Реб хоч нагу розмовляє з цими людьми? Профсоюзники розмовляють з цими людьми? Профсоюзники... Тіне не потрібно нікому? Ні, профсоюзники наогул розмовляють з тими, хто приходить до профсоюзу. Профсоюз, он, як я, як зі своєї сторони, як юрист, я покажу, як можна гроші отримати від цього совхозу. І помогу отримати. І отримати від держави помогу гроші. Це як соціальну допомогу, яка положена в цьому становищі. І чоловік, який виграв суд, він ці гроші отримає. І отримає доволі швидко, там за місяць. Там, я за думаю, це вельми складаний шлях для більшості насельництва, бо це суди, там скарги. Ну от скарги. У вас такі люди звертаються, це ж одинки. Я думаю, одинки. За останні місяці було клієнтів? Так от, за останні місяць 30-40. Ну таких, як 45. Ви, ще 10 по крайні. І телефонує чоловік 50, а може і більше. Ну, але з іншого боку, це проблема людей, які не звертаються. Абсолютно, вони не ведають, куди звертатися. Але є ще і черговий варіант, коли люди не хочуть з'їжджати. Це правда, треба кооперуватися між собою і думати, що можна робити. Це у всіх кризисних з'явах. Добре. Формуються такі кластери власні. Тут ще... Але кластери, ви за тими словами... Фермерство тепер реально у таких мовок займатися? Бо ви кажете, що реформи йдуть повним ходом, а при этом молоко закупує... Реально займатися фермерством. Є успішні фермери, які займаються і щось роблять, і тих же бичков вирощують, і свинок. Тут треба, каб люди були кроху адукаваны у плані бізнес-планаў. Яны павінны адшукаць нейкія нішы для сябе, чым цікава займацца. І можна скіравацца, напрыклад, на турызм інастранцаў, які сюды заїжджаюць, і ім прадаваць за большы грошы. Пытанне, хто ім гэта будзе расказваць? Пытанне, хто зарганізуе гэты працэс? Гэта павінна рабіць дзержава. Ось гэта менавіта недапрацоўка. Калі паглядзець на Прыбалтыку ці ўсходню Еўропу ў такія крызісныя з'явы... Недапрацоўка гэта калі працавалі і штосьці ўсё-такі там не прыхапілі. А тут пакуль што. А тут недапрацоўка. Тут, па-моему... Павінна быць бізнес-адукація насельніцтва, скіраваная дзержавай. Такой адукації нема, і насельніцтва кінутае само сабой. Калі будзе такая адукація, значыць дзержава признає, що ці 20 років вони йшли не туди. А тому нам, видать, наново доведеться будувати державу і громадство, кожному з нас шукати місце у їм. Гэтага не відбудеться, гэта уже фактично відбувається. Просто ті, хто сьогодні називає себе державою, плятуться у хвості гэтых процесів. Ну а з аутсайдерами
лепш не задавацца. Дзякую вялікі за размову. Юры Белякоў і Александр Сінкевіч былі ў нас у гасцях. Для вас працавалі Залеўскі. Да сустрэчы ў наступных людскіх справах.